Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня обзор рынков, как обычно, с утра. По поводу обновлений, не знаю, вот мне интересно, что там в этой обнове придумают. Сколько героев они введут? Вот это вот, наверное, мне самое интересное, потому что последняя тенденция у нас по два героя. Пока ничего по героям у нас не пишут. Единственное, что у нас было, это... про новую локацию. На второй вкладочке зайду, чекну. Тайвань. Так, больше вроде ничего не написано. Посмотрим. Такс. Окей, поехали. Что у нас сегодня на английском сервере интересного есть? Сейчас я все пооткрываю. Так, английский сервер, как обычно, видите, все дешевеет. Причем конкретно дешевеет. Минимальные паки. Все круче и круче было, по 1000, уже по 1250-2500. Расходники разные, зефиры и прочее тоже дешевеют. О чем это говорит? Что грядет что-то либо интересное, либо опять убивающее игру. Куча всяких плюх раздают, и они, блин, не знаю, с каждым днем все дешевле, дешевле, дешевле. Ты понимаешь, что нету смысла забирать, потому что завтра оно будет в 2-3 раза дешевле. Это очень плохо в плане того, что те, кто донатят в один день, а следующий день понимают, что ну его нахрен, зачем ты переплачиваешь. Так, смотрим. Ер 400 сундуки. Ну ничего такого на рынке сверхъестественного сегодня у нас нет. Поехали чекнем, что у нас по плюхам. Я там поскидывал, я что-то вчера, я вчера тестировал, да, и первым стал. Да, я ему отдал первое место сознательно, что-то мы тестировали. Так, карточка, забираем плюшки. Стараюсь каждый день забирать. Коллекционер, вот опять обычно, как всегда, очень хороший коллекционер. Так, желейки, карточка, Асурик, скин, Джамбир, Феникс. Прошлый раз я не помню, что там давали за него. По-моему, Джамбира давали за... Блин, Асуру, по-моему, если... Не, за Асуру. Кого-то, за кого-то давали, в общем, не столь важно. Вот такая вот темка. Очень классная, потому что вы можете получить, по сути, вот это все на халяву, если у вас есть достаточное количество запашек. У вас есть возможность 100 попыток заролить в день. По сути, это очень-очень даже круто. Давайте там сколько, 25 попыток. Конечно, кому как повезет, но в большинстве случаев, видите, надо еще, по-разному бывает, но я думаю, это того стоит, и на многих серваках есть проблема. Ну, по-разному бывает, падает, бывает вот Ангел, Смайл, Тритон, Мародер, Дриада. Сегодня прям что-то не прет даже. Давайте еще. Инженер. Вот. Гигант выпал. И надо нам вытащить еще. Мародер, Ангел. Сто попыток мы заюзали.
Но в итоге, видите, собрали. То есть плюс 700 камешков на халяву, плюс для эмблемки прокачки. Ну, я считаю, это реально очень, очень круто. Поэтому стоит этим однозначно пользоваться. Такс, Frenzy Pack, бонус, коды. Point. Так, таланты, Bingo Blast, алхимик, счастливое число. Остальное такое себе, оно все для доната. Так, тут у нас ничего нету, и тут у нас тоже ничего нету. Окей. Забрали сумочки, поехали. Чекнем русский сервер. У нас на русском сегодня интересного придумали. Может, что-то мега-мега вау будет. Но это не точно. Так, супер набор. 10-я эмблема. Ну, такое себе огники. Вот, вот это хорошо. Значит, мы сегодня с вами, сколько там у нас? 3, по-моему, если я не ошибаюсь. Делайте, вы знаете, что надо делать. Я выберу за 3 последних недели видео и определю победителей. Время у вас есть до обеда. Не, не до обеда. Давайте, давайте так, чтобы было лояльно. Все, давайте до 16:00 по МСК. Так вот. Так. Набор 10 как кристаллов, ну это неплохо очень даже. У нас тут по наборам мешки зефира. И замка владельца, войди в игру, получи приз. Ну, займем, конечно же. Это же сарделька, на который я зачастую пропускаю ежедневный бонус. Сферы дракона, рулетка, чарующие халявы. Особо много нет. Небольшого замка. Сегодня у нас вторник. В принципе, открыть сундук. Временные акции. Карта богатства. И подарочки от Авиара, ну, это донатная акция, в принципе, тоже довольно-таки неплохая. Так, окей, с этим разобрались. Что делать по акции, ну, по конкурсу с огниками, думаю, вы знаете. Коммент, лайк, как с вами связаться, репостик, и все будет good. Чем больше видео, тем больше шансов. Такс, до 16:00 вот так вот сделаю. Вы уже дальше определяетесь, кто что и как, это уже все зависит от вас. Такс, окей, напоминаю, что я раздаю огника. Поехали на немочку, чекнем, что у нас на немке интересного есть. Тоже авиар за вход, но здесь вот так вот x2 я, ну, я так стараюсь постепенно забирать. Наверное, зря я трачу на кулаки, но я набиваю пока кулаки. Вот смотрите, таким образом плюс 8 12, как кулаков, конечно, как повезет каждый день. Такс. Я вечно вот забываю забирать самики за вход и ежедневный этот делать эту вкладку. А там у нас места не хватает. Уже настолько забитый склад на этом аккаунте.
просто не хватает места. Надо будет почистить склады. Такс. Блин, неохота сам тратить. Надо как-то заставить себя копить самоцветы на таких серваках. Всем, что там от нас хотят. Ладно, это не столь важно. Смотрим, что у нас по рынку. Здесь ничего не обновилось. Вот единственное, что-то новое. А вот так вот теперь выглядит Land for Prizes. Поменяли его. Неплохо так. Веселая темка. Так, забираем за вход. Календарь. Какие-то Эдельштейны нам дали. За входик. Брали. Посмотрим. 500 самов, нифига себе. Вот так вот. Вот так вот, 500 самиков на халяву. А почему бы и нет? Так, хорошо. С этим сервуком разобрались. Поехали еще чекнем Тайвань. Сейчас я гляну параллельно АЭС. Что у нас нового интересного на АЭСе есть? Магазин скидок. Неплохо. Неплохой магазин скидок. Сейчас вам покажу прикол на АЭСе. Но это реально интересная тема. Такс. Тут вроде ничего такого не поменяли. То же самое. По акциям ничего. Карта. Тут все то же самое. Давайте забежим с вами на АЭС. Запущу сейчас АЭС, покажу вам еще АЭС. У нас интересного есть на АЭСе. Вот магазин скидок, довольно-таки неплохой. Обновить. Смотрите, 10-я эмблема, ребят, 10-я эмблема корки. Ну, блин, это интересно как-никак. Халявно, скажем так, можно ее собрать. Вот именно у меня выпало, да, 4500 самоцветов. Но я скажу, я бы забрал, наверное. Если бы у меня была такая сумма, потому что корка довольно-таки тоже интересная темка. Так, что у нас здесь? Использовать слизняк. Использовали. Смотрим. Ну, рынок здесь такой же, как и на английском сервере. Но есть наборы снабжений. И наборы снабжений реально здесь очень крутые. Не знаю, они мне всегда нравились. Вот 11к, 10 сумок. Вообще супер. 9 левела плюс сумки такие. Плюс 6-е, да? 6-е сундуки замка. Но неплохо. Давали бы лучше здесь вторую сумку зефира, но они дают первую, ну а дальше остальное все такое же. Но вот магазинка удивила меня. Войди в игру, забрать, как обычно, я сокровищница, флип, сундук, в общем, как обычно. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите
видосиков и сегодня конкурса. Разыграем с вами три охника, которых мы так давно ждали. Участвуют, напоминаю, любые сервера. Все зависит только от вас. Все, всем удачи, всем пока.